Всем доброе утро, я иду охота. Мама, я тебе оставлю уточку. Эрик ходит в хомскул, и сегодня у него первое задание дала мама, это застрелить ей уточку. Утро, и Эрик вышел на охоту. Я съем уточку, я съем уточку. Я так не попадись. Это еще растет один охотник. Мишка, ты на кого идешь на охоту? Я иду опять стрелять иду. Итак, ребята, вспомним детство. Это камыш, а это у нас лук. Это сейчас современные дети имеют все,
А как мы делали? Брали камыш, делали палочку с веревочкой, и это был у нас лук. Сегодня мы вспомним те прекрасные моменты. Итак, ребята, хватит кушать пельменчики. Идемте с нами. Охота. Нет, это там мы, а мы будем их это действовать. Всем доброго времени суток. Мы уже в Денвере. Остановились в кемпике на недельку. Мы с Эриком ходили. У нас был уже с Эриком первый урок. Эрик, как тебе ощущение первого урока? Хорошо. Что мы сегодня делали? Мы сегодня делали стрелы к луку, чтобы ходить на охоту. Наша мамочка любит уточки. Вот так проходит наша школа. С нашего места видно, что горы. Закаты здесь и рассветы очень красивые. Мы сейчас делаем пожар. Вода из хамуша.